Сейчас гляну, у меня не грузит Телеграм. Я могу прочитать. Данку. Прочитайте, пожалуйста. Слава Бустер на стриме заявил, что моя мать шлюха. Вот мои сообщения ему. Я считаю, что говорить можно что угодно, но это явно перебор был. Слушай, он ёбнутый, блядь, вообще, нахуй. А где ты это... Где он это услышал? Я вообще не понимаю, он ебанутый. Он просто из пальца конфликта высасывает. Это реально ёбнутый ребенок, блядь. Это пиздец вообще, нахуй. Я ему написал, скинь мне, блядь, где я говорю, нахуй, то, что, ну, вот это вот, блядь. Ебанутый, блядь, вообще в край. Это просто ребенок, нахуй. Я просто, да. Это очень тяжелый случай. То есть я не понимаю, насколько сильно ему снесло башню. Блин, вообще, а знаешь, я знаю, чтобы его образумило. Матч? Бан где-то на полгода. Я думаю, его бы образумило это. Да похуй, у него есть ТикТок. Извини, пожалуйста. Так он не может снимать, или он не может. Он думаю, может, что он смогу.